Здравствуйте, уважаемые телезрители. Вы смотрите программу «Хочу в телевизор». Попасть в телевизор хотят многие, но везет не всем. А кому-то удается стать звездой экрана, прямо не выходя из МФЦ. В центральном офисе многофункционального центра подвели итоги конкурса, проведенного совместно с Одинцовским телевидением. Для участия достаточно было подписаться на ОТВ и МФЦ в социальных сетях и поставить плюс под постом приглашения. На протяжении всего прошлого года и этого года мы проводим совместные акции с Одинцовским телевидением, направленные на популяризацию как МФЦ, так и услуг, которые оказывает МФЦ. Каждому празднику мы стараемся провести какую-то акцию, чтобы разнообразить наши серые будни. Несколько десятков человек заявили о своем желании попасть в телевизор, оставив плюс под постами ОТВ и МФЦ в Инстаграме. Генератор случайных чисел выбрал победителей. Алена, Борис, Александра, Лука, Савва и Дусечка Бабакины приехали за заслуженные награды из Звенигорода. После создания единого городского округа в доме многодетной семьи все чаще включают ОТВ. Одинцовское телевидение теперь стало актуальным и для нашей многодетной семьи. Приятно познакомиться с МФЦ Одинцова. Надеемся, что такие многофункциональные центры будут увеличиваться. Студент Карен и звукорежиссер Дмитрий также стали счастливчиками, которых выбрал генератор случайных чисел. Кроме возможности попасть в телевизор, им и семье Бабакиных ведущий ОТВ Алексей Лагутин вручил сертификат от телерадиокомпании. Этот сертификат дает вам возможность на бесплатное подключение и 2 месяца просмотра кабельного телевидения. Также 2 месяца бесплатного просмотра кабельного телевидения для абонентов ТРК Одинцова. И в том числе 2 месяца бесплатного просмотра дополнительного HD-пакета для абонентов цифрового телевидения. Программа Алексея Лагутина «Хочу в телевизор» с участием победителей конкурса выйдет в эфире ОТВ уже совсем скоро. Не пропустите. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».